Здравствуйте. Сначала я должен сказать, что последний раз, когда я изучал на русском языке, на украинском я никогда не изучал, это было 35 лет тому назад. Когда меня здесь приглашено, мне сказано, что я могу, что я должен говорить по-английски. И я начинаю по-украински. Я хотів би подякувати організаторам за їхні доброжелательне запрошення. Я з нетерпінням жду можливості узнати від вас о проблемах, стоящих перед українськими істориками. Я з нетерпінням жду можливості узнати більше о нових дослідженнях і нових істочниках історії. Ще раз благодарю за ваше приглашення і за ваше внимание. Как Юрий здесь сказал, я занимаюсь польско-еврейскими взаимоотношениями во время Второй мировой войны, во время Холокоста. И сначала я скажу немножко по-английски и немножко по-русски о том, что происходит теперь в исследованиях над Холокаустом, над Голокаустом. Потом я вам с этого компьютера покажу немножко снимок документов, с которыми мы историки, которые работают в польских архивах, с которыми мы теперь работаем. И потом я скажу, в какую методу можно теперь исследовать эту историю. Я буду говорить о той книге, два томы, которые будут книжный магазин. В книжных магазинах в Польше за два дня. Это будет первая презентация этих... Упса, этих книг 1700 стран, 4000 footnotes? Сносок. Сносок. Я скажу об этом за кілька хвилин. А если у вас вопросы потом, я буду очень доволен, но Юрий, проверишь для меня, что я могу понимать. Okay, the title of my talk is New Questions and New Sources to the Study of the Holocaust. Новые источники, новые вопросы к изучению истории Холокоста. Я скажу, что я передаю историю на университете в Оттаве, и у нас все происходит по-английски и по-французски. Тогда для меня говорить в двух языках, что мы делаем целый час. The purpose of this talk is to draw your attention to the fact that research on the Holocaust is one of the most robust and quickly growing areas of contemporary historical inquiry. Holocaust – это одна из самых быстро растущих частей современного исторического исследования. The fact that each cohort of historians asks itself new questions is hardly surprising. After all, new interpretations and reinterpretations are the mainstay of our professional endeavors. What is also unsurprising is that after more than half a century of research, the focus in Holocaust studies seems to shift from what happened to why it happened, and from the study of archival-based evidence to a more fluid area known as post-Holocaust studies, with particular stress on the research into questions of memory, commemoration, as well as comparisons between different genocides of the recent past. Надо мне теперь надо сказать, что мы историки, которые работают в этой
в этой части истории, Голокост. Я должен сказать, что мы переходим от того, что случилось, к этому, почему это случилось. И от изучения архивных источников и фондов к чему, что то, что мы называем исследование постхолокауста, проблемы памяти, увековечения. Это для меня было очень интересно. Я президент такой великой конференции, которая будет происходить в Соединенных Штатах, в Сент-Луис, Миссури, в ноябре этого года. Я должен был прочитать 540 пропозиций, которые пришли на эту конференцию. Я могу вам сказать, что это было torture. Это была очень тяжелая работа. Но мы получили 250 пропозиций от молодых историков, докторантов. Я видел, что 90% молодых исследователей истории, они не идут в архивы, они не работают с документами, они хотят исследовать память. По-английски мы говорим memory and commemoration studies. И для меня, так старого историка, это было очень неприятно, потому что я думаю, что мы еще не знаем всего, что случилось, и мы уже не хотим говорить о памяти. Raoul Hilberg, one of the pioneers and towering figures in the historiography of the Holocaust, divided the human scenery of the Jewish catastrophe into three well-known and often cited categories: perpetrators, victims, and bystanders. По-русски, такой самый знаный историк, американский еврейский историк Рауль Хильберг, он разделил акторов Холокоста на три части, на три группы: преступники, жертвы и свидетели. Хорошо? Свидетели. Да. The first two categories need little explanation. They have been at the core of Holocaust research for more than 50 years. The so-called perpetrator history has been in the mainstream, or more appropriately, has been for the decades the mainstream of Holocaust research. This holds especially true for Germany, where historians, for obvious reasons, focused on the perpetrators in an attempt to find answers to the most troubling questions. Why people commit acts of unspeakable mass violence? Are these acts a part of German Sonderweg, or rather a piece of a larger universal phenomenon? Was it a one-time horrific aberration or a part of a recurring pattern of deviant human behavior? В Германии, например, эти студия над Холокостом, это совсем студия над преступниками. Исследования были сосредоточены на преступниках в попытке найти ответ, чтобы найти ответ на самые тревожные вопросы. Почему люди совершают акты невыразимого массового населения? Является, что эти действия частью немецко-германского Сондервега, специальной пути, или скорее частью более масштабного универсального явления. Для германцев, для немцев это было очень важно, и важно понимать, что эта эксплозия of hate,
ненависти. Ненависти. Было то ли то, что это немецкого, или, или часть нашей, нашей людской гуманисти, нашей людской структуры? The expansion of perpetrator-focused studies resulted in an array of books involving the German armed forces, the German police, and more specifically detailed studies of the activities of individual units of the Wehrmacht, of the ORPO, SIPO, and its members. Как мы сегодня идем в в университет в Германии, мы встречаем германских и немецких историков, мы видим, что они для них сегодня тоже эти исследования, исследования преступников, это самая важная часть их, их работы. While the perpetrator's history thrived and evolved in Germany, the Israeli and to a certain extent the American historians such as Lucy Dawidowicz, Shmuel Krakowski, Israel Gutmann, Yehuda Bauer, Saul Friedlander, Omer Bartok, to name but a few, brought to light and put squarely in the center of their scholarly focus the plight of Jewish victims. It is not to say that the European historians failed to address the issue, but definitely seen from their perspective, the victims hovered in the background, dominated by the institutional questions. Израильские и американские историки поставили прямо в центре своих научного внимания трагическое положение еврейских жертв. Юрий, is okay? Еврейских жертв? I need your help. In the shadow of the perpetrator and victim's history, and as an afterthought, the studies of the third group, the bystanders, the witnesses, lingered behind. В тени истории преступников и жертв история свидетелей была в значительной степени забыта. The issue, и то, и эта часть истории Холокоста находится в центре моей работы. The issue of bystanding, the entire category, I think, needs to be revisited. The study of bystanders is not only crucial because it's the most understudied and unknown part of the Holocaust, but also on various levels, it is also an area of study, the most informative one. The Holocaust seen as a German project, but one which has been successfully and frequently subcontracted to third parties, to use a more bureaucratic language. This subcontracting has been usually done at a local, lower level, which means that the accompanying documentary and archival evidence is scant, and sometimes non-existent. It also tells us more about the actions and inactions of uncounted millions which cannot be called neither perpetrators nor victims. Эти исследования свидетелей рассказывают нам больше о действиях и бездействиях бесчисленных миллионов, которые нельзя назвать ни исполнителями, ни жертвами, ни преступниками, ни жертвами. These were the people who were in this moral gray zone, people who for the most part had the choice to act either way. Это люди, которые по большей части имели свободный выбор, и они делали эти выборы. И для меня это очень интересно, как мы в реальной истории террора, как мы, какие моральные выборы мы делаем. Now, there are so many examples of very difficult questions which have not been even tackled by historians of the Holocaust. I am not even here able to discuss very many of them with you. У нас много примеров сложных вопросов,
которое нам, историкам Холокоста, будет нужно решить. Они не были еще, мы не начали их исследовать. For instance, to give you an example of an entire field of work which has not been touched, think how to maintain an open ghetto. What prevented the starving Jews from fleeing onto the Aryan side? Например, как мы можем понять, что мы знаем, что великая часть гетт в оккупированной Европе, на Украине, в Польше, это были открытые гетта, где не было walls, стен, где не было стен. Как мы должны нас спросить, каковы методы социального контроля, которые удерживают евреев в гетто? What was it that prevented starving people from leaving ghettos which had no borders? We know the Germans, but were the Germans indeed everywhere? Мы знаем, что немцы были там, но немцы не были всюду, не были всегда, и специально в в малых геттах это не были только германцы, которые who introduced these methods of social control. Hilberg and Christopher Browning both noted that the German system of extermination allowed lower and middle ranks to improvise, to become creative. And that is the reason why the system was so flexible, so adaptable, and so deadly. Some documents which help to understand the process of inclusion of bystanders into the ranks of perpetrators. Я вам покажу некоторые документы, которые показывают и помогают лучше понять процесс включения свидетелей в группы преступников. Я теперь работаю много над польской blue, небеской? Голубой. Голубой полицией. Полиция, которая работала с немцами в оккупованной Польше, но эта полиция в борьбе против евреям была очень independent. Независимая. То несколько документов, с которыми историки, как я и мои сотрудники в Польше, в Канаде и в Штатах, мы теперь работаем. Для меня как social historian, społecznego historika, социального историка, документы очень, я хочу иметь документы, которые можно quantify. It's a bilingual document. Документ списан в двух языках, по-немецки и по-польски. Strafanzeige, reason for arrest. Здесь этот документ власти, полицейные власти пишут, что случилось, когда, кто кого-то арестовано на улице. Это документ с Варшавы, но у нас такие документы из других городов. Я видел в фондах Львовского, Германского специального суда такие документы для Львова, то уже в оккупованной генеральной губернии у нас таких документов много. Почему такие документы нам интересны? Потому что я бы хотел знать ответ на вопрос, как это было, что евреи, которые were hiding, Продались в городах, например, чего они, кого они боялись? Когда мы знаем, у нас there are hundreds and hundreds of Jewish testimonies у нас, тысячи еврейских
testimony? Свидетельство. Свидетельство. И они пишут, что немцы не знали, кто еврей, а кто поляк, или кто украинец. Но поляки и украинцы тоже, они знали, например, вы знаете, что я говорю теперь по-русски, но я не русский, да? И польские евреи тоже говорили по-польски, по-украински, с акцентом. Но мы знаем это, но историк должен иметь документы. Один документ, это ничего жадной информации нам не дает. Но как у нас кілька сот документов, мы можем начинать понимать, что происходит. В этом документе можно увидеть, кто был арестован, имя, где эта особа была арестована. Но самое важное для меня, это кто сделал этот арест? Арест. И кто донес, кто поинформовал полицию? И это мы можем прочитать здесь. И как у нас, например, 500 таких документов, мы видим, что в 440 cases, это простые люди, которые сказали власти, сказали полиции, что здесь еврей, я думаю, что еврей, проверьте его документы. Мы можем сказать, что мы теперь we understand the reality better. Мы понимаем эту реальность. А первый документ для польского историка очень важный. Теперь я искал этой ответчи на вопрос об этом гетто. Open ghettos, открытые гетто. Что случилось? Почему эти евреи, которые умирали от голода, почему они не выходили из этого гетто, не было никакой стены, я сказал. В архивах я нашел много station box on register. Регистрационных книг. Регистрационных книг полиции, где день, година, после годины, день, после дня. Вы можете читать, что эти полицейские делали, как они работали. И там читать, у меня много примеров. Мы можем прочитать, что they were, for instance, patrolling the ghetto, they were imposing the curfew. Curfew, how to say curfew? Полицейская година, когда евреи не могли выходить из дома. Комендантский час. Комендантский час. Хорошо, спасибо, Юрий. Комендантский час. Потом, every time the police was in Polish police, мы должны понимать, что в этом маленьком городе Opoczno, это в центральной Польше, не было ни одного германского, ни одного германца. Это было маленькое, таких малых гет было очень-очень много. So, once we start digging in local archives, we are arriving at certain very uncomfortable truths, uncomfortable situations. Когда мы начинаем искать в этих локальных, местных, маленьких архивах, мы начинаем видеть эту реальную ситуацию, которая нам дает много вопросов, на которые у нас еще нет ответов.
Но как он сказал, я тоже я теперь буду кончить книгу о польской полиции, которая работала с немцами. Иной документ, который тоже для нас интересный, это документы врачов. Врачов, которые можно найти в różnych archiwach. The documents which tell us more about the mass shootings. Документы расстреляния людей, которые убежали из гетто, которые потом были арестованы и потом были расстреляны. Я не знаю, и на Украине у вас такие документы тоже. Я вам показываю, что я и мои сотрудники нашли в польских архивах, в Польше. Так здесь второй документ, который очень интересный тоже. Теперь мы проходим к третьей, четвертой группе документов, которые интересны. Я проверил это с Google Translate. Google Translate мне сказал, что Stray Dogs – бродячие собаки. У нас теперь вопрос, бродячие собаки – это проблем в деревнях, в малых городах. Полицейские должны были убить эти бродячие собаки. Но проблем был, что немцы не доверяли польским полицейским с пулями. Было с пулями. И они имели... They were right. They didn't trust these policemen with bullets. Потому что полицейские могли продать эти пули на черном black market, на черном рынке, могли убить немцев тоже. Да? Каждый полицейский, который стрелял, должен был написать, что он сделал, почему он стрелял. Until mid 1942, it was the reason you can find by hundreds of cases was the stray dogs. До половины 42 года принципальная причина это были эти бродячие собаки. Но потом это изменилось. На лете и на осени 1942 года немцы начинают ликвидацию гетто. И в этом моменте польские полицейские работают вместе с немцами. Но там, где немцев нет, они работают alone. Самостоятельно. Но немцы, это у них администрация очень хорошая. Они хотят листы with the reasons what happened to the bullets. Каждая пуля, которая была выстрелена, должна написать, что случилось. Документов очень много. Здесь это качество этого образа не такое хорошее, но здесь у вас имя, отчество этих полицейских, сколько пулей они выстрелили против евреям в дню ликвидации гетто. Basically what you have is a list of names of police officers. Один, еще треба сказать, что и в этом гетте в Владиславе, малый городок, не было ни одного немца во время ликвидации. Это листа из другого города. В малых геттах we can see that victims pile up. At certain point, you will go up to 300 people per ghetto.
My możemy widzieć, skolko puli każdy policjski stwierdził przeciw jewrejem, przeciw żeńszczynom, regionkom, przeciw mężczynom w tych wojnach. Dwa dokumenty, u nas ich mnogo. Teraz inny dokument. Потому что эти полицейские, они были, они, they got their salary? Salary. Зарплата. Их зарплата была, они получали зарплату от города. Они должны были написать, как они уезжали в другой город. Они должны были написать, что мы уехали в другой город по служебным делам? Да. И reimbursement. Возмещение за проезд. Возмещение. И они хотят получить деньги за проезд. У нас много таких писем. Я уехал на ликвидацию евреев. I ja ujechał na wielocypedię, a wielocyped pro kilometr mnie nużne jest zapłacić 20 groszy, 20 kopiek? Groszy. Pro kilometr. Więc wy możecie uwidzieć, you can see this thing for instance, you have a train, you have za przejazd własnym rowerem, prajest moim bicyklem 16 km, 20 groszy na kilometr, ta 3 złote. I patrzymy, ponieważ to on pojechał na likwidację. Jeszcze jeden dokument tego samego autora Menta. Takich dokumentów u nas mnogo. Один документ taki nie znaczy nic. 100-200 zaczynają znaczyć, co to. So at certain point we can go from qualitative to quantitative. And this is important in history. What else do I have here? Jeszcze drugi maleńki getto Krasocin, 29 dekabr 42, 32 puli wystrzeliany przeciw jewrejem w Wawriemia likwidacji. Primierów mnogo. Я вам покажу теперь, что для историков это очень интересные документы. But in addition to these documents that I showed you, we have very many other documents which are equally telling, perhaps not as fascinating, but still. For instance, auctions of post-Jewish items. Aukcjony jewryjskich przedmiotów. После ликвидации, что случилось с тыми предметами? Это все, это можно, не все, но немножко можно найти в архивах. Tax records. Как скажете tax? Налог. Налоговые документы. Кто сейчас в 42-м, в 43-м, в 44-м году, кто сейчас живет в еврейских домах, которые платят налоги за бывшие еврейские имущество? Property? Имущество. So all of the, I mean, you can really find very, very many types of sources which have never been touched by historians in Poland. I don't know how it is in the Ukraine. Probably they were not explored in a great detail too. Потом, что я не знаю ситуация, какая на Украине, я думаю, что в архивах на Украине можно тоже найти документы, которые очень будут интересны для нас.
И потом у нас в Польше историки теперь работают с August Files, документы документы за августа. Это процессы против поляков, которые коллаборовали с немцами. Но для нас это истотно, это важно читать эти процессы поляков, которые сделали, что это против евреев. У нас таких процессов тысячи. Каждый процесс это 500. До 1000 стран, это огромные и важные материалы. И как мы читаем эти, исследуем эти материалы, we can find out what was the role of the involvement of local population. I mentioned to you in the beginning that the German system of extermination was very flexible. It basically sucked people into it, and it enabled local complicity. С этими документами мы можем теперь исследовать роль, понять лучше роль, которую играют обычные местные люди. Роль, которую играют, например, в Польше, voluntary firefighters, стражаки. Добровольные стрелки. Пожарные стрелки. Роль, которую играют крестьяне в Польше, были такие ночные стражи в деревнях. И теперь я вам очень коротко скажу немножко о тех маленьких двух томах, которые я вам даю. This is the fruit of 5 years of work of 9 people. Этот том называется «Ночь без конца». «Ночь без конца. Еврейские стратегии выживания в округах оккупованной Польши». И здесь мы, я и мои сотрудники, сотрудницы, мы начали исследовать так званый третий этап Холокоста. Третий этап Холокоста – то час 42-й год и позднее, во время ликвидации гетто и после ликвидации гетто. Когда еврейская жизнь, по мнению многих, теряет всякую ценность, all worth, it becomes worthless. И в Польше мы знаем, что эти моменты, это ликвидация гетто, половина 42-го года, и мы знаем, что делая эти исследования, мы знаем, что 10% евреев убегало с гет во время ликвидации. Для Польши это 2,5 миллиона евреев, которые были в геттах еще в 1942 году. И это значит, что more or less 250 тысяч убежало. И мы хотели знать теперь, что случилось с теми людьми. Мы знаем, что 30-40 тысяч прожило. Что случилось с теми 200 тысячами, мы не знаем так хорошо. 200 тысяч – это великая цифра, личба, how to say, number. Число. Это очень важно, потому что теперь это поляки, которые чаще всего решают, кто живет, а кто умирает. Потому что эти еврейские беженцы, это не германцы теперь, но поляки, но местные люди, которые будут, they will decide who will live and who will die.
Что мы открыли в этих девять округов оккупованной Польши, которые мы исследовали? Прежде всего, чрезвычайное мужество тих євреїв, которые убежали. It's very often that you hear very stupid words that the Jews allowed themselves to be dragged to trains like cattle, like sheep. And I don't know how to translate it. Можемо слышать и читать, что евреи позволили взять себя на смерть как овцы. Но как вы читаете эти, как мы исследуем эти фонды, как мы исследуем документы, эти релации, мы видим, какое чрезвычайно это было мужество, та борьба за выживание. И, например, эти евреи, которые убежали с тех ликвидованных гетто, они не хотели идти на польскую сторону, на украинскую сторону так долго, как можно, как еще были какое-то обозы, camps, лагеря. Так долго, как были еще лагеря для евреев. Они уходили из одного лагеря во второй лагерь, убегали из лагеря в лагерь. Они тоже шли в something called secondary ghettos. Они убежали в вторичное гетто. Это были гетто, которые немцы создали после первой ликвидации. Немцы сказали, на теперь евреи будет хорошо, вы можете вернуться здесь, в это второе, вторичное гетто, и вы можете работать в security peace. В опасности. Очевидно, эти вторничные гетто были ликвидованы в 43-м году, но для евреев это я escape, побег между местных людей, это была очень-очень опасная, опасный choice. Выбор. Я читал такую трагическую историю двух братьев Зигмунд и Оскар Стравчинский. Два братья, которые работали в Зондеркомандо в Треблинце. Треблинка обоз extermination camp. Лагерь уничтожения. И один из них написал по войне, но мы не убежали, they were sorting the clothing. Сортировали одежду в лагере экстерминации, но они сказали себе, что это лучше ждать чего-то в лагере уничтожения, чем идти на Aryan side, арийскую сторону, убежать. Но эти другие евреи, которые убежали, были in the forest, they were hiding with the partisans, never admitting they were Jewish, of course. Hiding among Gentiles, both Ukrainians and Poles, short-term stays. Long-term stays were much more infrequent. Paid helpers. The help they received was very often motivated by greed. So the very few ones were able to stumble on people who were led by altruist reasons, the righteous among the nations. Как можно сказать? Праведник народов мира. Праведник. И мы здесь хотели ответить на этот вопрос, почему спасти евреев было так ужасно сложно. Потому что не было, и ответ наш есть, потому что не было никакого социального одобрения для той деятельности. Что мы должны понимать level антисемитизма в society, в обществе. Мы нашли, что спасание евреев это был самый опасный
typ of resistance. Сопротивление. Это было самое опасный тип сопротивления. И люди, которые евреев спасывали, и это beyond discussion, очевидно, они боялись доноса со стороны своих соседей больше, чем они боялись немцев. Что мы увидели здесь тоже, что на территории Польши 98% of Jews died. 98% всех этих округах, 98% евреев были убиты. Можно сказать, что на территориях восточных у нас два округи, где есть много украинцев и много белорусских людей. Там евреи лучше. Это не квестия национальности, но it's a longer debate. I'm not getting into this right now. Для території в Халичині ми взяли один округ з Лочов до істєдування. So, to finalize this question, німецька система допускає локальну імпровізацію на низькому рівні. Вторая справа, чим менше німців, тим більша роль, тим велика роль місцевих жителів. Що ми ще здесь могли знайти? The long shadow cast by extermination camps, corrupting and corrosive force. A long shadow cast on local populations by extermination and labor camps. Длинная тень, отбрасываемая лагерями уничтожения, как Треблинка, и коррозионная сила этой на местных людей, на in the whole area. Еще что мы нашли, самые смертоносные места это небольшие города, невеликие города и не деревни, но самые смертоносные места, небольший город, практически нет выживших в тех городах. Now, what is the meaning, I'm concluding now, what is the meaning of this evidence, what I told you, what I mentioned here? Well, it is basically a cry for need for further work. We are not done. We don't really know what has happened. Sometimes we do not want to know what has happened. And before we turn to post-Holocaust studies, I believe we should do a fair amount of work which remains to be done. Что я хотел сказать здесь, что мы не, как историки, мы не окончили еще нашей работы, мы не поняли всего, что случилось, перед историю пост-Холокауста, памяти, мы должны понять и исследовать, что случилось. Вы можете видеть, сколько стоит узнать в истории Холокауста в Польше. Я думаю, что в Украине тоже, но я не специалист в украинской истории. Я уверен, что многое еще предстоит сделать в Польше и на Украине. Большое спасибо за ваше внимание. Thank you so much for your attention. А это для вас такой подарок. Дякую дуже. Окей, тепер може питання, якісь коментарі, якісь побажання. Мені стало цікаво, ваше дослідження дійсно важливе, але мені стало цікаво, проводились ли дослідження от такого мікроісторичного плану, коли ви брали якийсь небольшой город или деревню і смотрели, як зависели отношения між людьми, сусідство, родственные отношения с теми же полицейскими, как вот эти отношения, не только экономические, как работала пресса,
да, насколько вот действительно это все способствовало ну, вот, так, вот таким плачевным результатам. Вот, есть ли такие исследования? В этой книге я исследовал малый округ, ну, 100 тысяч населения, и там был один город, деревни, и один город, 10 тысяч, перед Второй мировой войны, 10 тысяч inhabitants, жителей. 5000 евреев, 5000 поляков. Потом немцы высылают евреев из Запада. Конец концов, в 41 году есть 10000 евреев, 5000 поляков. И мы не знаем, какое было отношение, не знаем много, какое было отношение до 41-го года, но то, что мы знаем, что в 42-м году there was a moral rupture. Ну, моральное противоречие, моральное. Что между этими двумя communities? Общинами. Что это broke? Ну, сломано, развалено. Да. И я думаю, что это случилось, это было проблем тоже с польскими элитами, with Polish elites, с польскими элитами. Когда я увидел, что говорил ксёндз, priest, священник, и учитель. И пример, который, the example which went from the top, was devastating. Пример, который нормальные люди получили, был очень негативный. И тоже, как немцы начали экстерминацию евреев, для многих поляков это был сигнал, sign. Знак, что еврейская жизнь не значит ничего. Мне интересно, у нас в Украине с 2015 года открыт доступ к материалам советских спецслужб, которые дают, ну, очень большой потенциал для исследования Холокоста. Там вопросы есть, как бы, как их исследовать. Ну, в общем, такой потенциал есть. Мне интересно, вот в Польше есть ли материалы польских советских спецслужб, и как вы оцениваете их потенциал для исследования Холокоста? Да, у нас очень много, спасибо. У нас очень много в Польше материалов к деятельности спецслужб, милиция и другие. То, что это интересно, что эти документы, эти фонды были сделаны между 45-м и 50-м годом. The investigations, расследования и другие речи. Но что очень интересно, что никто не хотел делать этих исследований. Почему? Потому что в случае поляков, которые, например, убили евреев. Коммунистическая власть не хотела этих процессов, потому что все поляки знали очень хорошо, что коммунисты – это евреи. Такая была легенда. Потому коммунистическая власть сказала, мы не хотим теперь сказать всему польскому обществу, что мы будем теперь defend the Jews. Защищать евреев. Защищать евреев. Для польских националистов, очевидно, не было никакого интереса в таких исследованиях. Тогда можем увидеть, что эти процессы исследования были окончены очень-очень быстро.
и не было никакой pressure. Давление. Не было никакого давления, чтобы все страны, евреи были уже мертвы. Не было никакого pressure to make these trials happen. Потому мы можем сказать, что не было никакой идеологической прессии. Очень много, у нас миллионы стран таких исследований, которые не шли никак, нигде, но очень много у нас этих исследований есть. Андрей, вы говорили, что вот проект по изданию книг длится некоторое время, 5 лет или сколько? Сколько готовились эти книги? Это 5 лет работы. Вот у меня вопрос в связи с тем, что Польша 5 лет назад и Польша сейчас в отношении к истории Холокоста, к политике памяти, отношение к Холокосту, это две большие разницы, как мы понимаем, особенно последний год. Да. Какую реакцию вы ожидаете вот на эти книги, где, как я понял, много говорится о соучастии местных поляков в преследовании евреев? И может есть уже какие-то реакции позитивные? Да, я могу тоже сказать. Эта книга будет на рынке, on the market. В продаже в эту пятницу. Но реакция уже очень крепкая. Критичная. Польские власти не хотят таких исследований. Таких исторических исследований. Это очень крепко. Ну, ясно, понятно. Понятно и ясно. Как они будут реагировать в свете науки, это, я думаю, будет очень хорошо принято. Но я не политик, я не знаю, как политическая страна, я очень, I'm very interested how they will react to it. Меня это очень интересует, как политические круги будут реагировать. Но для меня это будет тоже интересно, потому что в Польше, как вы знаете, есть новый закон, который stipulates, преследует. Три года криминальной тюрьме за такие студии, да. Но я не знаю, я буду с великим заинтересованием следить это. As for me, now in modern Ukraine, the most problematical and most painful issue of Holocaust studies, you know, it's I think what to do with some members of Ukrainian underground movement, which actually joined, for instance, some partisan movement in 1943. But what they did, you know, before this, for instance, 1941, 1942, 1943, because maybe members of this underground Ukrainian nationalistic movement, which fought against Germans and against Soviets and took part in the extermination of Poles in 1943, they actually collaborated with Germans. It's the beginning of Soviet-German war. And in 1941, of them, you know, joined police, joined some Selbstverwaltung, self-government, some other structures of German occupation, actually collaborate also in extermination of Jews. So it's one of the, I think, the biggest issue modern Holocaust studies in Ukraine, and what to do actually with modern cult yeah. of myths, yeah, about this Ukrainian resistance and Ukrainian nationalist movement, I mean right side of this. So my question is, what is from your perspective, what is the main painful issues in Holocaust research now in Poland? Especially in context of this cult of Żołnierzy Przyklętych, you know, this, forsaken soldiers. Я думаю, что на базе всего этого, что мы делаем, очень много людей скажут, вы не должны исследовать этого, потому что наша история великая, мы хорошие люди, мы всегда были хорошие люди. Но в реальности все общества имеют хороших людей, не таких хороших людей. История не может быть написана только одной with one paint.
одной краской, веской. И когда мы понимаем, что люди, that people react in different ways, that there is no only white color and black color history, then we're halfway home. Для меня, что это было самое трудное, как я изучал эти документы, это был факт, что я у меня в той книге о полицейских, которую я теперь буду кончить, и в той книге тоже примеров много-много, много примеров польских members of resistance. Участников сопротивления, которые боролись за свободную Польшу через лето, но они тоже мордовали евреев. Для них визия Польши без евреев сделала из них польских патриотов. И это для меня было, я думаю, что такое самое, что это самое вы можете найти здесь. И это очень трагически, и мы должны, мы не можем we can't close our eyes. Замкнуть наши глаза, закрывать глазов на то, что случилось. Я думаю, что верный патриот это кто-то, что это кто может понять, что история это не рассказ для малых ребенков.